Даже если ты не станешь мэром, я буду тебя любить все равно. Я стану мэром. Отличный договор. Я его так составил, что не прикопаешься. Как будете передавать? Если что-то пойдет не так, последствия будут фатальны. Это прием. Хотела землю купить на кладбище около могилы мужа. Помоги, сынок. А я тебе за это. Тебя благодарю. Бабуля, я взятки не беру. Хорошего настроения, здоровья и держите там. Взятки, говоришь, не берешь. Теперь ни одну не возьмешь. Ни одну не возьмешь. Бабуля, ничего скакануло. От такого бабла у кого угодно давление подскочит. Она сказала, что я ни одной взятки не возьму. И вот я не могу брать, мне плохо становится. Без такой функции ты никому не нужен. Я проклят, не контролирую себя. Возьми ты. Вы меня извините, конечно, но я никогда не гналась за звонкой монеты. Там бумажная купюра. Если только ради вас. Сейчас я и такое место на кладбище найду. Делай красиво, так чтобы живые рядом лечь захотели. Я сделаю так, что вы сами захотите там лечь. Присутствовать. Меня накошелка старая прогнала, чтобы взяток больше брать не мог. Обдолбался, что ли? Купюра сразу сгорает. А моя Кокопян, херов Копперфильд. Да лучше б член не стоял, чем такое проклятие. Я ездила с вами, помогала вам. И все это ради того, чтобы снести свой же дом. Ах ты, мразь. Кто так обзывается, тот так и называется. Это президент сказал. Что мне делать-то? Ты не умеешь ни брать, ни давать. Такой герой стране нахер не нужен. Да твою ж мать! Все с лицом. А это лицо чиновника, который всего лишь сутки не мог брать взятки. Заразное, говорю, передается. Что? Нам этой херней ну, вообще никак нельзя заражаться. Уезжайте, пожалуйста, я спрошу, как люди. Ну и тише отсюда быстрее.